На канале ОТС Новости в студии работает Светлана Антимонова. Здравствуйте. Смотрите сегодня. Котельная из Китима, коллектор Академгородка, теплосети Машкова и очистные сооружения в Новосибирске. В регионе запускают масштабную коммунальную программу с федеральным финансированием. Массовые автопробеги и флаг России длиной в 50 метров. Как в регионе проводят акции в поддержку президента. Студенты разных университетов вышли на ристалище. По каким правилам проводят бои на мечах в 21 веке? В Новосибирской области создали оперативный штаб по обеспечению стабильного функционирования региональной экономики. Чиновники, депутаты, представители региональных и федеральных торговых сетей еженедельно будут мониторить ситуацию на областном рынке товаров. Возглавил штаб губернатор Андрей Травников. Я считаю, что текущие задачи первоочередные следующие. Это мониторинг ситуации на различных рынках, потребительских рынках, рынках стройматериалов, поставки сырья и оборудования. Недопущение неоправданного роста цен, первое. Второе, оценка тех мер поддержки, которые будут инициированы, приняты с федерального уровня, для того, чтобы максимально их использовать в нашем регионе. Ну и третье, выработка наших региональных мер поддержки, отдельных предприятий, отраслей, которые будут необходимы. На сегодня в Новосибирской области достаточный запас медикаментов, продовольственных и непродовольственных товаров. В крупных сетях широкий ассортимент собственных торговых марок. В производстве активно задействованы местные производители. В связи с повышением потребительского спроса на ряд товаров поставки из оптово-распределительных центров магазины скорректированы. Особое внимание сдерживанию роста цен. Еженедельно на официальном сайте Минпромторга региона размещают стоимость социально значимых товаров. На вчерашний день в сетевой рознице сахар стоил от 54 рублей 58 копеек до 68 рублей 91 копейки. И на гречку от 99 рублей 43 копеек до 157 рублей 98 копеек. Федеральная антимонопольная служба, с которой мы активно взаимодействуем, осуществляет контроль за ценообразованием на потребительском рынке в части обоснованности устанавливаемых хозяйствующими субъектами цен на товары. Создана горячая линия ФАС по вопросам повышения цен. В Новосибирске прошел автопробег в поддержку президента Российской Федерации Владимира Путина. В масштабной акции участвовали более 70 автомобилей, которые с триколором и буквой Z на бортах проехали через весь город в одну из воинских частей. Место сбора и старта – городской аэропорт. Участники – несколько общественных организаций, Федерация бокса, Субару Энск и Национально-освободительное движение. Колонна прошла через весь Новосибирск до одной из военных частей. Возвращается история страшная. Поэтому во избежание этого мы хотим приложить все усилия и поддержать направление нашего руководителя страны Владимира Владимировича Путина. В поддержку спецоперации воинских соединений российской армии в Украине участники развернули 50-метровый триколор. Я хочу сказать, что, ребята, возвращайтесь все живыми. Возвращайтесь все живыми домой. Дома вас ждут. Дома надеются на то, что вы выполните свою задачу с честью и вернетесь домой живыми. И я также хочу пожелать украинским военным: складывайте оружие и возвращайтесь к себе домой. Общественники не собираются на этом останавливаться и готовы и дальше флешмобами, автопробегами и акциями показать поддержку решения президента Российской Федерации. Константин Клещин, Константин Менин, Новости ОТС. Газовая котельная в Искитиме и еще ряд сложных объектов инфраструктуры ЖКХ. Новосибирская область готова к большой стройке, так как есть возможность получить федеральную поддержку. Деньги выделяют из фонда национального благосостояния, но при условии софинансирования из регионального бюджета. Новосибирская область подготовила 4 проекта. Речь о новой газовой котельной в Искитиме и канализационном коллекторе Бердск-Академгородок. Модернизировать будут очистные сооружения мегаполиса и систему теплоснабжения поселка Машково. Необходимо заметить, что в случае запуска проекта этот объект генерации станет самым крупным по мощности, построенным в нашем регионе в коммунальном комплексе за весь постсоветский период.
В рамках проекта планируется строительство замещающей газовой котельной мощностью 90 мегаватт и строительство участка тепловой сети диаметром 700, протяженностью почти 2 километра. Предположительная стоимость проекта 1 миллиард 200 миллионов рублей. Тюльпаны от офицеров. Они поздравили женщин в погонах с 8 марта. Накануне сотрудники территориальной комендатуры и военной автоинспекции дежурили на улицах Новосибирска. Останавливали машины, где ехали дамы, и дарили всем цветы. Экипаж ВАИ дежурил на улице Тополевой возле исторического парка. Место выбрали не случайно. Там поблизости находятся несколько армейских подразделений. Живут семьи военнослужащих. Кстати, наши земляки вручали букеты даже тем девушкам, которые шли пешком. Было очень неожиданно, потому что нас никогда не останавливают военная автоинспекция. И такой приятный сюрприз в преддверии 8 марта было очень неожиданно, очень приятно и очень радостно. Военнослужащие начали подготовку к параду в честь 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа. Сейчас формируют парадные расчеты, подготавливают экипажи боевых машин и военной техники. Проводят специальные тренировки личного состава со строевой подготовки и штатным оружием. 9 мая по главной площади Новосибирска пройдет колонна современных образцов вооружения и военной техники. А возглавит ее танк Т-34. В два раза выросло количество коек, в несколько раз стало больше возможностей. Отделение неотложной кардиологии областной больницы отметило новоселье. Находится оно в составе регионального сосудистого центра номер 2. Пациентов доставляют и из мегаполиса по скорой, и из районов области с помощью службы санавиации. О спасенных жизнях в сюжете моих коллег. Я, честно сказать, просто думал, что что-то с легкими. В жизни никогда не было с сердцем каких-то проблем. То есть там, чтобы кололо, что-то это... За последний месяц вторая госпитализация. Раньше в больнице никогда не лежал, рассказывает Роберт Андреевич. Сначала был ковидный госпиталь, после выписки резко выросли показатели сахара. Давление доходило до критически низких отметок. То одно, то другое, то третье. И я понял, что коронавирус, это в принципе, может быть, его и победить-то легко, а вот последствия. Как-то утром проснулся, наверное, часов 5. И просто вот в груди, я даже не скажу, что это сильная боль была. Просто вот какое-то как давление, что ли, в грудной клетке. Ну, и я не мог полностью грудью вздохнуть, то есть воздух. Говорит, вряд ли бы остался живым, если бы не врач скорой. Юная, но профессиональная. Мгновенно определила, что проблема не с легкими, а с сердцем. В областной больнице сразу же направили в операционную. Сутки в реанимации спасли. В отделении неотложной кардиологии областной больницы в 2020-м госпитализировали 1300 человек с острым коронарным синдромом. Практически каждому пациенту проводят селективную коронарографию. Высокоинформативный диагностический метод помогает исследовать сосуды сердца. И тогда врачи могут принять решение выполнять ли стентирование, чтобы увеличить просвет пораженной артерии. Причем большая часть устройств с лекарственным покрытием, которое препятствует развитию фиброза и сужению. Это ситуация, которая сохраняет пациенту жизнь, дай бог, чтобы удалось сохранять ему жизнь. Да? А лечить заболевание – это диспансерное наблюдение, это регулярный прием препаратов, это контроль артериального давления, это образ жизни, динамические физические нагрузки, спокойствие на душе, хорошее настроение, нормальное питание. Роберт Клейн теперь знает точно, нельзя тянуть время, игнорировать сигналы об ухудшении здоровья и благодарит врачей. С медицинскими работниками ему придется общаться регулярно. Теперь в поликлинике по месту жительства он будет находиться на диспансерном учете. Наталья Цопина, Сергей Жданов, Новости ОТС. В партии пенсионеров России за социальную справедливость опубликовали предупреждение о новом виде мошенничества, жертвой которого становятся в первую очередь пожилые. Телефонные мошенники под видом финансовых менеджеров предупреждают об отключении российских банков от международной финансовой системы SWIFT. Для сохранения денег они предлагают перевести их на якобы безопасный счет, и в результате люди просто теряют накопление. Мошенники им предлагают посредничество по открытию кредитных карт в зарубежном банке, привязанных к российскому счету. Получив данные, карты или задаток за свои услуги исчезают. Не только красивая, но и умелая, хорошая хозяйка и знаток национальных традиций. Именно такие качества демонстрируют на конкурсе татарских красавиц. Чем поразила жюри победительница, расскажет Оксана Тимошенко.
Попробовав хан это блюдо, очень поразился и сказал своему сыну такие наставления. Пусть с вашей супругой у вас будут такие же крепкие отношения, как и слившийся чак-чак. Это лакомство когда-то приготовила жена пастуха для булгарского хана, который хотел удивить гостей на свадьбе сына. Сегодня это традиционное татарское блюдо чак-чак. Праздники все татарские мы также их празднуем. Говорим на татарском языке. Как готовите национальное блюдо дома? Блюдо, ну, всеми любимый чак-чак, любимая татарская сладость, учпучмак также. В этом году за звание самой красивой татарской девушки боролись 4 конкурсантки из села района и города Куйбышева. Помимо приготовления татарских блюд, участницы показали национальные наряды, визитку, творческий конкурс и умение говорить на родном языке. Сейчас сложнее, наверное, владение языком, национальным языком. На сцене это и волнение. И так надо как-то показать, что ты владеешь, и не просто так, а уровень показать. Конкурс в районе проводят около 20 лет, а вот участниц, по словам организаторов, год от года становится меньше. Проблема в том, что современная молодежь почти не знает татарский язык. Это современно не только в нашей автономии проблема, это проблема всех автономий татарских по России. И вопрос этот решается, конечно, я думаю, что он тоже решится. А для нас сохранить сейчас на месте, то есть то, что пока мы сейчас имеем, сохранить наши традиции, показать наших красивых девушек, показать нашу культуру, обычаи. Победительницей районного конкурса «Татар-Кызы-2022» стала Дания Маликова. Девушка представляла Центр татарской национальной культуры Куйбышевского района. Она отправится на областной конкурс красоты в Новосибирск. Оксана Тимошенко, Андрей Лебедев, Новости ОТС. Новосибирский академический симфонический оркестр остался без художественного руководителя и главного дирижера. Томас Зандерлин заявил, что завершает сотрудничество с коллективом. Информацию уже подтвердили в филармонии. В Новосибирске до конца сезона Зандерлин должен был принять участие еще в нескольких концертах. Сейчас маэстро ищут замену. Так предполагается, что в одной из программ Транссибирского арт-фестиваля за пульт оркестра станет молодой московский дирижер Алексей Рубин. Кто возглавит симфонический, пока неизвестно. На поиск нового главного дирижера могут уйти несколько месяцев. Напомню, за всю историю коллектива его возглавляли лишь 3 человека. Арнольд Кац, Гинтерас Ринкевичус и Томас Зандерлин. Мечи взяли в руки новосибирские студенты. Что такое волчья яма или бугурт, выясняли мои коллеги. Минимальный набор снаряжения для современного мечевого боя – это, собственно, меч вот такой мягкий и защита головы. Есть еще дополнительные элементы, такие как защита груди, наколенники, налокотники. Однако это уже опционально. А вот без защиты головы и оружия на ристалище не выпустят. В спортивном зале собрались студенты НГУ, НГТУ, СИБСТРИНа и других вузов мегаполиса. Для некоторых мечевой бой – хобби, однако большинство пробуют такой спорт впервые. Мы проводим его именно среди нашей целевой аудитории. Это студенты города Новосибирска, различные вузы. Проводится она с целью того, чтобы сплотить команды по современному мечевому бою в межсезонье, между турнирами. То есть это не соревновательная дисциплина, это больше для развлечения, для получения фана, удовольствия и укрепления связи между командами. Маневры проходят по простой схеме. Несколько раундов играют просто для разминки и развлечения. В дисциплинах, таких как волчья яма, участники бьются каждый сам за себя. Победившим считается последний условно выживший. При этом никто не запрещает игрокам формировать временные союзы, договариваться прямо на поле боя, чтобы избавиться от сильных оппонентов, а уже после этого в ходе дуэли выявить победителя. Для того же, чтобы условно убить оппонента, по нему нужно нанести акцентированный удар. При этом, если у мягкого клинка лезвие изогнутое, нужно соблюдать условное острие. Бьют в этом спорте не жалея. Первый вопрос, который возникает у людей, незнакомых с современным мечевым боем, это то, насколько болезненный этот вид спорта. Что ж, бьют здесь действительно больно. За несколько раундов, в которых я принял участие, у меня уже осталось несколько синяков. Пожалуй, Герман даже поможет мне продемонстрировать примерную силу ударов в этом виде спорта. Удар в незащищенную зону действительно может быть болезненным. Именно поэтому обязательным здесь является ношение шлемов. В соревновательной части маневров участники поделились по командам. По одной от каждого вуза. Правила самые простые. Остаться на ристалище должна только одна команда. А в качестве небольшого усложнения здесь игроки могут выдержать не один удар, а два. В результате нескольких раундов победила команда студентов Сибгути. Нигде не занимался, но меня всегда увлекали бои на мечах. Вот.
И тут резко в университете такое объявление, то, что вот будет соревнование по боям на мячах. Я такой, о, надо пойти с друзьями подраться на мячах. Как эмоции? Изумительно. Это просто накал эмоций. Мы вот, у нас команда, на самом деле, дилетантов, и мы победили. Сегодня современный мечевой бой становится все более популярным развлечением. Средневековый мечевой бой, бугурты и реконструкция очень требовательны к снаряжению, полный комплект которого по стоимости можно сравнить с квартирой. Да и травмы в этих видах спорта – обыденность, ведь применяется там хоть и затупленное, но стальное оружие. Боями же на мягких мечах могут заниматься даже дети. Да и стоит местное снаряжение вполне приемлемых денег. Дмитрий Антипов, Тарас Тарасов, новости ОТС. Хоккейные противостояния Новосибирска и Уфы пока складываются по сценарию команды из Башкортостана. Сибирь уступает Салавату Юлаеву после 4 матчей 1-3 и рискует завершить сезон уже в ближайший четверг. В домашних поединках, которые Сибирь проводила в выходные, подопечным Андрея Мартемьянова удалось одержать лишь одну победу. В первом матче новосибирцы были сильнее 2-1. Причем эта встреча войдет в историю Сибири как самая длинная для команды. Ведь в сумме с двумя полноценными овертаймами клубы отыграли 103 минуты. После этого успеха в повторном поединке на ЛДС «Сибирь» сценарий матча писали уже гости. Уфимцы быстро сумели захватить лидерство в счете. И хозяева, несмотря на попытки отыграться, все же уступили крупным 3-6. Конечно, первый период нас подкосило, и удаление очень много ненужных абсолютно. Парней попросили, чтобы вернули игру в Новосибирск следующую. Будем готовиться к следующему матчу. Никто руки не опускает, все заряжены. Будем биться в Уфе. И к этой минуте информация вся. Развитие событий следующих выпусков. Оставайтесь с нами.